plain, ordinary, wishful dreaming. Wie geluk heeft, heeft vroeger ook zo'n ideale leraar gehad die zelfs de meest verveelde leerling enthousiast weet te krijgen en die je jaren later nog het gevoel geeft dat je schooltijd eigenlijk best wel meeviel. Vladimir Perlin, celloleraar op een muziekschool in Minsk, is de hoofdpersoon in de nu volgende, al meermalen bekroonde documentaire van Dominique Pernod. Я вас любил. Любовь еще быть может, в душе моей угасла, не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно. То робостью, то ревностью томим. Я вас любил так искренно, так нежно. Как дай вам Бог, любимый, быть другим. Молодец, что ты это стихотворение к нему возвращаешься. А что еще из Пушкина? Контрастное. То же самое буря мглою небо кроет. Нежно. Вихри снежные крутя. То как зверя назовоет, то заплачет, как дитя. То по кровле обветшалой вдруг соломкой зашумит. То как путник запоздалый к нам в окошко постучит. Вибрация, распределение. И вдруг. Понимаете, да? То есть это импровизация. Море. Люблю море. Я к нему пришел, играл бы сейчас.
думаю, я бы далеко летел. Ну, а вот... Ну, он посмотрел на меня так же, вот, на мои руки. Не знаю, что он там такого обнаружил. Но вот он взял меня в свой класс. Ну, у меня вообще совершенно случайно я попал к шефу. Совершенно случайно, потому что меня не пускали в лицей, у меня не было никаких данных. Ну вот, вот он почему-то меня взял. Класс, и с 5,5 лет я уже у него учусь. Пьеса будет прекрасной. Она проста, но в то же время она требует большого мастерства. Если тайну эту разгадаешь, обязательно сыграешь хорошо. Тут две ноты. Ага. Можно сказать, конечно, ма, а можно сказать мама. Ты понимаешь? Мама. Я хочу к тебе. Или дай мне апельсин. Я не знаю, что хочешь. Опять папа. Да, теперь я варьирую. Вот тут тайна. А это не один слог. Два слога, которые ты интонируешь. Ну, понял? Попробуй. Ты отделяешь. Ты говоришь ма, ма, а это неправда. Вот. И передавливай ничего. Сидит и какой-то серьезный очень. Это пьеса пустячок. И вот теперь я тему играю. Эта серенада тебе подарок. И я сам очень люблю эту музыку. Я, во-первых, сам... То есть я в этот момент, мне кажется, возвращаюсь в свое детство. Я такой счастливый, когда играю эту музыку. Мне тебе трудно передать. Я сам преображаюсь. Все во мне абсолютно. Я, знаешь, как... Это эликсир молодости. Как? Я бы сказал, что нам все время говорит превращаться в ученика первого класса.
Это значит, что нужно следить за руками. Никакой, то есть как интонации, никакой вибрации. И просто никаких эмоций. Просто спокойно смотреть ноты, под ноты, естественно, смотреть. Между нотами. Там между дух спорта. Произведения. Если играешь в произведение, там какого-нибудь композитора обязательно возьмет слова, почитает и именно о манере музыки, именно о том же композиторе. То есть там урок не просто чисто такое заучивание партии, а именно так вот. Аппликатуру, как он говорит, вот как хочешь, так и ставь. Сам отредактируй ноты. Главное, чтобы убедительно. Да, убедительно. И главное, чтобы тебе нравилось. И никогда не высасывай из пальца, не придумывай там все. Вот это надо здесь тише, там громче, здесь пиано, там форте. Как бы не придумывать, а чтобы само все было. Урок будет. И урок может продолжаться хоть целый вечер, а по расписанию он всего полтора часа. Вот у обычных педагогов урок идет полтора часа. Ты проиграл, тебе сказали пару слов, сказали, очень хорошо, до свидания. Хорошо, выри. Гарри, бери виолончи. Да? А что ты ничего с того, что ты показал. И ты молчишь. Значит, он думает, что он прав. Понимаешь, да? Но ты же не остановил. Не знаю, может быть, он еще не выучил произведение до конца. Ну, какое-то время, безусловно, пройдет. Но дело в том, что он не обращает внимания серьезного на саму артикуляцию. Саша, ты не оставляешь здесь вот смычка, и здесь нет у тебя веса. Перекатывай вес все время. Тогда все вес нужно озвучено. Отсюда перекатить, он тебе говорит сюда. Это верно. Раз, два, раз, два. Хорошо. И вот здесь все, вот здесь. Должно работать. Ты видел дельфинов там? Ты видел, как они ныряют? Какое у них тело такое? Вот здесь, вот эта ручка. Она, все пальчики должны за ней идти, понимаешь, да? Как ты ручки моешь, да? У меня были жуткие физические травмы от этого. Я не мог играть. Я не понимал, я думал, что я не способен. Я думал, ну что, все способны, а мне Бог не дал талант. Зачем мне учиться музыке? И в этот момент я встретил, Бог мне послал моего великого учителя, Александра. Через 2 недели я заиграл. 2 недели мне нужно было. Моему дарованию нажали на кнопку, все, передо мной мир открылся. Я понял, как надо заниматься, что играть на виолончели это, оказывается, удовольствие, а не мука. Стал книгу открывать. Стал ходить в театры, начал ходить постоянно. Не потому, что меня заставляли, меня направляли. Мудро, с любовью к личности. С огромным уважением. Не ломая мою душу, а открывая ее для меня самого. Thank you.
какая-нибудь медленная часть произведения, ну, никак не можешь понять, например, ну, вот как ее нужно тут сыграть, в каком настроении. Ну, и вот, например, берешь какое-то стихотворение Пушкина, как учит нас наш учитель. Ну, и вот приходит вдохновение, и в конце концов понимаешь, вот как тут нужно. Ну, как, мы смотрим ноты. Мы смотрим ноты и поем по нотам. Как бы это... Да, мы смотрим в ноты, и таким образом мы даже запоминаем, что под нотами находится глазами. И потом мы начинаем на виолончели это все воспроизводить. В мое время пели за столом, в каждом доме знали песню народную, ее пели. Сейчас это уходит, это же корни, корни духовности, вот эти вот, в звуках. И тогда в звуке ты никогда не достигаешь. Вот мне всегда не хватает, когда я слушаю у исполнителей, вот этого сердца, да, поющего сердца в звуке. Не пой, красавица, при мне ты песен Грузии печальной. Напоминают мне они другую жизнь и берег дальний. Увы, напоминают мне твои жестокие напевы и степь, и ночь, и при луне черты далекой бедной девы. Я, призрак милый, роковой, тебя увидев, забываю, но ты поешь, и предо мной его я вновь воображаю. Не пой, красавица, при мне ты песен Грузии печальной. Напоминают мне они другую жизнь и берег дальний. Дай, пожалуйста, Миша. Пожалуйста, кто написал романс на это стихотворение? Не знаю. Не слышал? Красавица. Ты понимаешь, это Сергей Васильевич Рахманинов. Это его один из самых гениальных романсов. Я не помню, в каком возрасте он это создал. У тебя есть? А? Есть ноты? Я могу сыграть сразу на виолончели. И Рахманинов, когда писал свой романс, он слышал темпо-ритм этого сочинения. До минор, по-моему. Нет, это ля минор. Ля минор? Да. А, ля до ми сыграй. Возьми ля ми до, ну. Дай. Вот и.
свидания. Ну вот это стихотворение. Это гениальное совершенно стихотворение. Не пой, красавица, при мне. Ты песен Грузии печальной. Напоминают мне они другую жизнь. Понимаешь, какое слово? Кажется, другую жизнь. Напоминает мне они другую жизнь. А что стоит за этими словами другую жизнь? Это ж целое, это уже целый роман. И берег дальний. То есть это совсем другая страна. То есть как только звучит этот напев, да. А там есть аккорд передо мной, Люба? Вот разверни. Да, и пиши. Объем звука. Видите, какую смысловую нагрузку несет переход. Смысловую нагрузку. Ты понял, да? То есть, как поэзия соединена с музыкой. Все. Я сейчас с ним готов провести вдохновенный урок. Спасибо.
поздно. Берлин сам по себе тормоз жизни. А, он тормоз вашей жизни. Не, он сам по себе то. Откуда такое выражение элегантное тормоз жизни? Кто это придумал? Вызвать экспромт. Он просто в любой момент может вызвать. Я не могу никуда удалиться. Мы как-то один раз с другом встретились. Конечно, у нас же пейджеров нету. У вас есть пейджер, я знаю. Неформальная обстановка. Посмотри на него. Ты когда начинаешь играть, по-доброму ответь ему. Адресуйте музыку. Саша, когда я ему где что-то говорю, это значит, я говорю тебе. А когда я тебе говорю, это значит, я говорю ему. Понимаешь, нет? А вообще всем вам. Ты меня понял? Вот он сейчас уже на тебя смотрит. Саша, так, я сейчас прерву урок, потому что мне не нужны люди. Я устал тоже. Ты когда встал? В 7? Я встал в 4 часа 30 минут. Вчера у меня чуть мама не умерла. Понимаешь, да? Я полночи был у мамы, которая умирала у меня. Понимаешь, да, еще? Я вообще не спал. А ты вываляете дурака сейчас. Нормально, нет? Нормально, я тебя спрашиваю? А? Давай, Люба, играй. Если вам это тяжело делать, уходите, у вас каникулы начались. Я не хочу с вами заниматься сейчас. Эмоциональная нагрузка с самого детства. Поскольку, понимаете, ребенок не должен понимать, что он занимается музыкой как каким-то ремеслом. А он должен понимать, что это какая-то часть жизни. И вот она связана с психикой и с эмоциями прежде всего. Давайте. Меня не позаниматься, слышишь? Давайте.
сегодня? Значит, завтра в полшестого отсюда уходит автобус. Только что я сказал. В Берлин тур. То есть это та профессия, в которую можно уйти, но из которой невозможно в то же время ни на секунду выйти. Выйти. Вот. Ну, а в такой ситуации, какой мы живем сегодня, ну, действительно, да, страшная ситуация. Музыка действительно превращается в какое-то средство спасения просто. Это совершенно явно. Слушаешь четверть с шестнадцатой. Понимаешь? А то в Аиде есть такие моменты. Очень ритмично, но в то же время нужно играть очень свободно. Па-па! Другая артикуляция. Потом ты доиграешь восходящий пассаж до ноты си, и потом ты играешь заключение. Хорошо. Только вот это ты сыграй на и разгони. Ну так вот выстрои. Та-та-та-та-та-там. Та-та-та-та-та-там. А ты делай та. А теперь заключение. Да, Гарик, тут важна фактура. Вся динамика построена на фактуре, как ты будешь ее показывать, понимаешь? Ты можешь показать ее узко, можешь показать широко. Вот здесь очень большое пространство должно быть в мелкой технике. Да, и в темпе. Малер ведь долгие годы был у нас запрещен. Мы не знали, мы не имели права слушать эту музыку. Ни Малера, ни Рахманинова. Даже Рахманинов был запрещен. До какого времени? Ну, вот до 50-х годов, после смерти Сталина только разрешили. Был в списке тоже опасных. Вообще наша профессия опасная. Как только начинаем что-то делать на таком высоком духовном уровне, тебя сразу предупреждают. Это опасно. Этого делать не надо. Это вот так, не напрямую, но всякими какими-то непонятными. Поэтому профессия у нас
Очень отважная, героическая. Я был потрясен, когда это увидел. Ты посмотри. Ты посмотри на взгляд Казас. Вы посмотрите сюда, на это погружение и на этот взгляд. Это человеку свыше 90 лет, это в 93 года. Что в этом взгляде? Чего такое? Да, глаза. Она ведь с вас, знаешь, одежда Кармен. Это не у Диора. Или и не у Зайцев у нашего. Может, сама себе сшила. Понимаешь, она такая вся свободная. На босу ногу. Никаких там шпилек, как я вам говорю. Ничего. Все, воздух она, свобода. Вся драматургия и сочинение на этом построена. Последняя реплика. Та-та! Молодцы. Последняя реплика. Фортиссимо. Умница. Только дослушивайте каждую реплику. Соединение смычков, переходы, пауза. Это самая великая музыка бывает. Как и тишина. Да? Пошли. И вот идет, да, знаменитый. Вот молодцы, понимаешь? Нет, я хочу стать солистом. Солистом, да. А вы остальные? Я. Тоже? Нет, я хочу стать солистом и играть в оркестр. Я не хочу играть в оркестр. А в каком оркестре? В камерном оркестре или в симфоническом оркестре? Я не хочу играть в Беларуси. Но я хочу играть в лучших залах мира. Ну, я не знаю. Ну, в оркестре мне бы не хотелось играть. Мне как-то не очень это впечатляет. Да? То есть ты хотел бы быть солистом с оркестром или просто солистом?
Ну и солистом, с оркестром, и солистом. Ну, солист. А вот вы пришли в этот зал. Что это для вас? Он имеет какое-то для вас значение, вот этот храм музыки, филармония? Мы же к нему привыкли просто. Ну, да. В принципе. Я в 4 года начал ходить сюда на мамины репетиции, слушать музыку симфоническую. И в камерный зал к папе тоже. А повлияло вот то, что ты ходил сюда с 4 лет, что ты стал уже музыкантом? Ну, я думаю, да. Я не знаю. Наверное, не да. Ну, мне бы хотелось, чтобы лучше у них было, честное слово. Чтобы народу было, чтобы программы были, чтобы самим нравилось. Все. Вот такая работа. Между прочим, не из легких. Еще раз.
Я аплодисмент, ребят. А мы, можно мы выйдем, а? Я хотел, чтобы они немножко заработали. Чтобы они немножко вкусно покушали. И поэтому я от этого не отказался. Все состоялось. Их комфортно домой, их комфортно привезли, комфортно отвезли. И плюс они получили столько, сколько их мама получает в целый месяц. Ну, как было подготовка к Москве? Одни были в классе, проводили уроки. Делал Шуберт, а? Ты помнишь, как у Шуберта отец, у него прятал бумагу? Он приходил в кафе, и половину своей музыки он писал на салфетках. Он не мог без этого жить. Иногда и нас, простых, смертных, тоже охватывает такое чувство, нам хочется творить. А тебе не дают возможность. Нет. Нет, нет. А с кем делать? И тогда льются слезы или овладевает, если это постоянно, то мое сердце страдает. Попойте в кабаках, любовь на тротуарах, когда намокший лист летит с платанок в старых, когда разболтанный, как будто сам он пьян, вихляясь, омнибус гребит кривоколесый, и красный глаз его блестит во мгле белесый, и каплет с крыш, и льет из водосточных труб, когда рабочие бредут на вечер в клуб, и полицейские вновь дымят их на согрейке, расквашенный асфальт, осклизлые скамейки, и сырость до костей, и крик вороньих стай. Все это жизнь моя, моя дорога в рай. Начинаешь учиться, продолжаешь, и как раз выходишь из класса, приходишь туда, ну, соответственно, не общим, и каким-нибудь там недоросшим, а выходишь оттуда уже взрослым парнем, и
уже знаешь про музыку очень многое и можешь исполнить любое произведение. И просто это просто фантастически. Это как дыра во времени. Знаете, дыра во времени, это